Ừ. 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 Обижаешься на то, что я ее обнял? Нет. Точно? Да. Не трогай меня, я сказала. В смысле? Ты же сказала, не обижаешься. Нет. Аладдин? Он притворялся все это время. Самозванец. Нет никакого принца Али. И никогда не было. Он всего лишь лживый воришка. Прости. Это ничтожество больше не будет меня раздражать, как только я обреку его на мучительную смерть, изгнав отсюда на край света. Девки, скорее снимайте трусы, к нам пацаны идут. Дура, с веревок снимай! Прям в срочном порядке надо. Она колыхает. Она еще сейчас дальше будет она обваливаться. Дальше смотрите, люди добрые. Надо поставить что-то. Yes, G-E-Z. Сейчас ей вторая может полоса прямо это провалиться. А, слушай, не боялся. Она пересмотрела все. А что им делать-то? Надо, им, конечно, ехать. Надо поставить туда. Да, хотя бы, да, конечно, И para todos los amigos de toda la zona. Postro, postro. Al estilo de los viejos lobos.
Я, конечно, понимаю, что в этом мире все для мужиков, но чтоб прям вот так. Я надеюсь, что ты только снимаешь здесь. Меня не трогать. Я не трогаю тебя. Не трогаю. Полиция приедет. Я ее жду с нетерпением. Окей. Хорошо. Пошла. Я тут куда жду? Это общая территория. Пошла вон отсюда. Право не имеешь выгонять. Пошла вон. Ты, видимо, приезжая из Тверской области, да? Знаешь, ты, видимо, привыкла, знаешь, что законы. Там один дом на деревне, знаешь, да? Знаешь законы Российской Федерации? Законы Российской Федерации, знаешь? Отвечать не обязана. До 11 вечера, пятница. Время 2 часа. Тут 70% приезжих. Ребят, вы жили на деревне, пошла нахрен отсюда. Я вижу законы. Пошла нахрен отсюда. Вы знаете, что вы с ней уже приходите не первый раз, да? Вы знаете? Ну вы же знаете. Иди, она... отойди, иди сюда. Ну, ребят, ну, а мне как жить? Она нарушает мое право на личную жизнь. Он же сам сказал, что не первый раз приходит. Я тут там Псковская область, да? Девушка, вы оттуда? Или Чувашии, как там? Знаешь, я вышел сейчас. А мы как питерцы, человек. Да, девушка, а мы питерцы. Ребят. Вы из Беларуси. Да, да ладно. Ребят, да ладно, я сын ваш. Вот так вот, питерцы. Ребят, я не песни не ору, танцы не танцую. В следующий раз я выйду и прыщу ей в лицо. Газовым баллончиком. А у нас... Потому что у меня есть право на личную жизнь. Иди сюда, Дим, все. Все, иди сюда. Как что сделала? Она нарушила мой покой. Я хочу спать. Она нарушила мой покой. Я хочу спать, отдыхать. Я в следующий раз плюсь ей газовым баллончиком. Иди сюда, Дим. Слышишь, Марк? Я в следующий раз... Здравствуйте! Пойдем, Дим. Я к ней пришел. Дим, иди сюда. Псковская область пришла. Пошли. Я к тебе шмара в следующий раз. Там говорю, Псковская область, пойдем. Далеко не Псов, не Псковская. Мы-то питерцы, пойдем. Да, или из Дзержинска. Культурные люди. Из Дзержинска, да, приехали? О! Ой! Да? Самое сердце! Слушай, мы прям с тобой сестренки. Ну да. Может? Нет. Да. Нет. Да. Крошка, нет! Да! Нет! Да! На видео все и выставлю в интернет, пускай люди смотрят. А что ты там выставляешь? Диана, может, хватит уже? Третий нет! класс. Диана, прекращай, правда. Поставят меня, я не хочу в школу. Может быть, я тоже не хочу на работу, но я же хожу. А я не хочу в школу. Угу. Хочу, не хочу, мне твои хочу. Диана, прекращай, все, ты на работу. Нет, блядь. Ты вообще дура, а? Шаня! Пиздец. Просто пиздец. Шаня! Идиотины кусок. Просто, блядь.